Из Актау с победой гран-при республиканского Айтыса завоевала наша землячка Жансая Мусина. Традиционное мероприятие в этот раз было посвящено 30-летию независимости страны. Западно-казахстанка не только добилась звания лучшей в Казахстане, но и получила главный приз – 2 миллиона тенге. Как айтыскеры встретили на родине, наш следующий материал. Позади мастерские словесные баталии, музыкальные импровизации и зрительские овации. В Актау завершился республиканский айтыс, который посвятили 30-летию независимости Казахстана. За право называться лучшим сразились 18 айтыскеров со всей страны. Их темы острые и актуальны, а рифмы уникальны. Оттого и зал не скупился на аплодисменты. Маңғыстау жасап бір айтыс, жиналдық түгел көзіміз. Қисық отырсақ та жаңылмай төп түзу шықсын сөзіміз. Қабағыңды аш күнім, жолығып қалдық рас бүгін, карантинде қамалып, ішінде жүрдік маскының. Сахнада бүгін жолықтық, айқасқа епті мастерім, терісін сыпырып алса да қыңсыламайтын қасқырым. Состязание отмечено неуступчивостью его участников, но лучшей, по мнению жюри, признана наша землячка Жансая Мусина. Именно западной казахстанке досталось гран-при Айтыса и сертификат на 2 миллиона тенге. Триумфатора встретили на родине с особым почетом и не стеснялись рукоплескать при посадке самолета. Обстановка была вдохновляющей. Мы все выложились для зрителей. Очень по ним соскучились и, наверное, на какое-то время будто потеряли связь. Ведь из-за пандемии айтысы проходили удаленно в онлайн-формате. А этот, пусть и с соблюдением всех санитарных требований, но все же со зрителями. В целом хочу отметить, что сейчас айтыс очень хорошо развит. Есть много талантливых молодых представителей этого искусства. Впрочем, блеснула на Айтысе не только Жансая Мусина. Специальным призом мероприятия был отмечен и Талгат Мыки. Западно-казахстанец вызвал восторг у членов жюри и был тепло принят зрителями. Это радостное событие не только для творческих людей и региона. В целом, это радость и гордость всего Казахстана. Жансаю Мусину знают и любят буквально в каждом уголке страны. Талгат Мыки тоже очень авторитетный и талантливый айтыскер. Их достижения для нас важны, и мы очень ими гордимся. Алексей Кочемасов, Ербол Мендыгалиев, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.